you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. Сегодня мы играем в Самп на серии Премьер Гейм. Это Самп с русской картой. И сегодня собираюсь покупать новую машину. Так, мне надо канистру заправить 95-м. Пусть. Хотя пятнашку 95-м. Чё, бля? Так, кстати, я задонатил. Так, донаты, как там? Я забыл, как его смотреть. Вот, донат. Я задонатил и сейчас переведу деньги. Так, обмен бонуса на игровую валюту. 100 рублей, 3000 рублей, окей. У меня 26300, 26300. Все. Вот мои бабосы. Вот такие, лям 500 почти. Я еще сейчас поеду продам четырку, ой, точнее пятнашку. Только мне надо заправить, и потом я ее, не знаю, либо в лос солью, либо хрен его знает, на самом деле. Так, двигатель не заводится. Что такое? Заводись. Поехали до четырки, до пятнашки, блин, постоянно путаю. Пятнашку четыркой. Просто четырка пищи, как по мне. Это просто пиздец. Просто две скорой помощи влетели мне в лоб. Просто лоб в лоб. Просто лоб в лоб. Я реально в шоке. Как так-то, блядь? Просто пиздец. Ой, блин. Еще и BMW чинить потом. Она, блин, не обойдется в 1020, наверное, чтобы ее починить. Да. Вообще, я в шоке, реально. Сейчас мне вылечат, блин. Это BMW, конечно, одни растраты. Реально, блин, я ездил на пятнашке, блин, ни разу в аварию попадал. А тут... Так, все, вылечились. Можно идти обратно. Постоянно в больницу попадаю с этой BMW. Просто две скорой помощи мне на встречку вылетают и все. Ну, и это... Все, бэха там все в хлам просто. Бэха там просто в хлам улетела. Так, где? Вот, лимит. Выключаем, мы едем... До бэхи. Ну, по-любому все, и там жопа полная. И там полнейшая задница пришла. Просто полнейшая. Так, тут есть проезд? Есть. Не знаю, может в автосалон заедем посмотреть, что там за тачки продают. На самом деле я хочу 7,5 и 60, но, блин, на пятнашке долго ездить. Еще BMW эту чинить. Так, давайте заглушим. Посмотрим, что тут за машины есть. Porsche, недорого. Toyota Camry. Лям 400, Volkswagen Passat. Passat, не знаю. Так. BMW M5 E34, 3 ляма, нихера себе. 34-ка, 3 ляма, это, конечно, дохера. E500. Toyota Land Cruiser. Honda Accord. Honda не люблю. Toyota Supra. Серьезно, Toyota Supra? Вот Supra я бы еще взял, на самом деле. Supra я бы еще взял. Так, ну, Supra это такой будет вариант запасной. E320, 900 тысяч стоит. Кстати, неплохая моделька, думаю. Но вот Supra меня заинтересовала, кстати. Supra я бы взял. Lada Priora, может, из Benz. Так, это нам не надо. BMW X5. Mitsubishi Evo. 15. Тут ничего нету. Mercedes-Benz E63. И что тут у нас? Audi R7. Вот Supra меня заинтересовала, на самом деле. Даже очень заинтересовала. Я бы ее, на самом деле, взял бы. Сейчас механика надо позвать. Так, вынул ключ зажигания. Вон механик стоит. Так, мех за мной. Мех за мной. У меня там BMW стоит, вон. Мех за мной, машину починить. За мной машину починить. Давай.
Мех, давай. Ёпта. Чё он такой тупой? Бля, какой же он тупой. Чё, не видишь? Вот BMW стоит. Пизду разбитая. Во, наконец-то. Давай, чини. Сейчас по-любому 1020 просто в жопу улетит. Вангую просто. Давай. 38 тысяч ремонт. Пиздец. Пиздец просто. Ну нахер эти ремонты, блять. Это просто пиздец. Сейчас быстро до пятнашки доедем. Блин, мне надо пятнашку в ВОЗ слить, чтобы купить себе Супру. Надеюсь, Супру никто не выкупит. Я, блин, я бы за 200 хотел бы кому-то продать пятнашку, но думаю, никто не возьмет. Она должна быть где-то... Нет, это четырка. Вон пятнашка моя. Так. Угу. Канистры надо использовать. Так. Использовать. Ключ, канистра. Выкинули тот вид топлива для этой машины. Блять. Ладно, поехали обратно на заправку. Бать, какие-то дебилы стрелять начали. Придурки, сука. Так. Использовать канистра. У меня же одна канистра. Блин. Заправь, заправь. Ты. Или у тебя нет, блин. У тебя бензина нет, наверное. Я бензин по обратно тут, походу, взял. Не, нихуя, у него бензина нет. Блять, а какой бензин тогда и заправлять? Так. Ты купил канистру. Купил канистру. Нет. Блять, как ее слить в ГОС, мне интересно. Я тут сливал уже. Направляйтесь на место продажи авто. Должно быть на точке. Куда ее надо хуярить? Угу. Окей. Так, то она все. Садимся в эту BMW. Поехали, ладно. Сейчас еще другой бензин куплю. Так, я тут бежу уже купил, заправил в эту. В Бимер. Может, 92-й надо? Сука, колесо пробили. Вот долбоёбы, блядь. Просто долбоёбы. По-другому не сказать. Блядь, чё, сука, за хуйня? Это пиздец. Просто два дебила вылетел на мерседесах, просто въебало меня. Бля, как же меня это бесит просто, блин. Я заебался же чинить машину. Заебался в больнице быть. Сколько можно? Это пиздец просто, блядь. Просто 16 тысяч в пизду. Спасибо, блин. Все, я манал эту BMW чинить. Ну ее в жопу. Лучше, блин, на четырке ездить. Так, радар. Куда ты, сука, мне в жопень едешь, придурок? Просто даунидзе. Так, где моя четырка? Дальше она. Точнее, пятнашка. Вон она дальше и стоит. Лучше двигатель, фары вырубаю. Так. Стоп, стой, стой, стой. Надо так сделать. Так. Содержание металла использовать. Канистра. Наконец-то. Здесь. Так. Лок. Так, не надо ее чинить, не надо, чувак. Не, спасибо. Но эту колымагу я все равно сливать буду. А, бумер. А. Пусть стоит. Пусть бумер стоит, ничего с ним не будет. Так, я уже почти доехал до метки этой. Где-то на... Ага. Так, я просто спешу. Блять. Сорян за красный. Хотя он, сука, точно красный проехал. Просто я спешу, хочу быстрее продать эту тачку, купить.
купить себе Супру. Надеюсь, ее еще не купили. Правда, я выкупаю, как Супра выглядит, но я ее тут не видел, какая она здесь. Может, она там вообще полное дерьмо выглядит. Так. Sell car. Один. Да. Все, пошли. За мной. Так, вот я уже еду к автосалону. Правда, можно было бы еще на БУ заехать. Но у меня лям с половиной. Что можно за лям с половиной еще взять? Хорошего. Конечно, я бы мог взять этого. Сейчас глянем, вообще Супра есть или нету. Мне интересно. Если нету, то будем ехать что-то брать на БУ рынке. Но тачка необходима, я думаю, вообще. Так. Так, не то. Volkswagen Passat нет. Где же Supra была, я не помню. Вот, Toyota Land Cruiser нет. Toyota Supra есть, да. Давайте на БУ съездим, глянем, еще что-то есть. Я еще, кстати, салона ни разу не покупал себе машину. Ну блин, я останусь без денег, если я, конечно, Супру куплю. Что я и хочу сделать, но я ни одну Супру даже на Сирже не видел за все время. Не знаю, может, это дерьмовая машина просто. Так, где там лимит я выключил? А то что-то не едет ни хрена. Она и так не едет ни хрена. В принципе, Супра есть там. Можно ее и купить. На самом-то деле. Так. Значит, что-то кто-то продает. Так, Веста. Веста. Ну, блин, ничего тут такого даже нету, чуваки, на самом-то деле. Поехали, возьмем Супру туда и все. И хрен с ней. И хрен с ней будет. Берем Супру, короче. Потому что тут ничего нету. Онлайн, кстати, 176. Заходите, играйте. Онлайн довольно-таки большой. Как по мне. Так, сейчас будем заказывать Супру, короче. Так. Toyota Supra. Лям с половиной. Все. Let's go. Куда нам ехать? Надеюсь, они перехватят до меня. Ладно, погнали. Хотя, проще, наверное, за бумером заехать. И все. Так, вот мы к бумеру подъезжаем уже. Уже лучше на бумере доехать, я думаю. Будет и то хорошо, а то, блин, ехать будем долго на этом скутере. Чувак, это пропал. Ну ладно. Куда там ехать, я, блядь, не забыл. Забыл. Вот. Вот сюда, короче. Погнали. Быстренько сейчас доедем до нее и будет вообще заебись. Я все-таки решил BMW оставить в гараже. Потому что я потом ее не заберу никак. Ну, смогу забрать, но это будет долго. Так, и гараж закрыт. Я лучше велик возьму, доеду туда. И все. Тут велики ж есть, да, есть. Сейчас, блин, на велике доедем туда. Думаю, будет нормально. Так, вот я уже доехал до нее. Ебать. Это, конечно, сильно. Ну, похер, возьмем ее, давайте. Так. Лям с половиной, Toyota Supra, максимальная скорость 80 км. Вес, двигатель задний, объем бака 70 литров, бюджет авто. Ага, как хочу. Есть. Мы купили себе Супру, чуваки. Это кайф. Это просто кайф. На самом-то деле, так. Лимит 0. Конечно, наверное, валить не будет. Но зато бочком знатно валить будет. О, да, вообще шикарно. Моя первая тачка, чуваки. Ну, пятнашка не считалась, потому что мне ее подарили. Поэтому она не считалась, что это моя первая машина. Вот Супра. Это уже другой разговор. Это уже другой уровень. На транзитах, наверное, в следующей серии получим номера. Может, перекрасим ее, потому что такой цвет это как-то вообще не очень ей идет. Прям вообще не идет. Диски стоят BBS. Ну, диски так себе, кстати. Что там по салону? Ну,
Такое себе, да. Такое себе, конечно, удовольствие, но все же. Все же у нас теперь иномарочка. У нас теперь реально иномарка. Toyota Supra. Просто шик. Просто шикарно. Она зато боком вообще валит знатно, я вам скажу. Нитро бы на нее еще поставить. Так, сворачиваем. Надо будет еще гараж поставить. Ну, бэха у меня есть как бы, но мне дали на ней покататься. Конечно, Супра это не вообще, я не ожидал, что если куплю Супру, потому что я хотел либо какой-то Мерседес, либо еще что-то. Конечно, я бы мог взять Лупатова за 900 тысяч, у меня бы еще бабки остались, но я решил рискнуть и взять Супру. Так, сорян. Так, включаем буст. Блин, как меня может Майбах обгонять? Да. Все, Супра приехала. Просто это пиздец. Просто пиздец. Не, конечно, я виноват, потому что я по встречке ехал. Так, давайте напишем, помогите. Ну, думаю, на этом, в принципе, можно заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Заходите на серию Райти и ждите новых серий. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night.